канун годовщины начала Великой Отечественной войны анапчане вспомнили десятки миллионов павших за Великую Победу. На митинге присутствовали председатель Анапского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный гражданин города-курорта Анатолий Гапонов, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Шилов и неравнодушная молодежь. Из зажженных свеч перед стелой выложили слова «Мы помним». Все акции, которые призваны напомнить нам о том, что произошло 74 года назад, и не только Великая Отечественная война началась, до этого было много конфликтов. Наши люди, наша молодежь обязательно должна помнить, какой ценой была завоевана победа, что, через что прошли советский народ, русский народ. Зажжение свечи накануне 22 июня – это новая традиция живой памяти о Великой войне. В завершении митинга в память обо всех погибших к стеле «Город воинской славы» возложили цветы.